Thank you.
Внимание! Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Внимание! Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Внимание! Пройдена отметка в 200 метров. Эффективность кислорода значительно снизилась. Серьезно? Внимание, кислорода осталось на 30 секунд.
Поблизости обнаружен нос космического судна трансгосударства СОЛ. Название судна «Меркурий-2». Не функционирует.
Этот скелет очень плотный. Способен выдерживать высокие нагрузки. Хорошая основа для моей новой формы. Все хорошо, Алан? Мне не приходилось видеть тело павшего архитектора. Это место какой-то иной вид святилища? Тут тихо и даже красиво. Бактерия распространилась, и продолжение жизни стало туманным. Есть о чем подумать. Я понимаю, о чем ты.
Внимание, кислорода осталось на 30 секунд. Кислород. Этот артефакт может содержать ценную информацию. Обрабатываю. Я помню место, в котором мы можем найти важный компонент для тела. Образ расплывчатый, но я уверен, что верный. Суровый ландшафт поверхности, холодный, опасный. В небо устремляются искривленные шпили. Справляются с потерей воспоминаний. Наподобие забытого чьего-то дня рождения? Не знаю, просто такое бывает. Вы умираете, некоторые знания теряются для будущих поколений навсегда. Разве это не... Предупреждаю, если ты хоть еще раз назовешь человечество неэффективным, то я вместе с тобой заплыву в пасть к Левиафану. Это был сарказм? Мне все еще трудно различать. Какой неэффективный. Не беря в расчет эффективность, потеря знаний не усложняет вам жизнь? Ну, на личностном уровне потерять кого-то – это травма. Сложнее осмыслить идею опыта поколений. Люди не связаны в сеть, так что мы даже не можем знать, что и когда теряем. Мы стараемся извлекать уроки из истории. Может, это не идеальный вариант, но другого у нас нет. Что бывает, когда больше... Нет чужих воспоминаний, которые можно комбинировать со своими. Тогда ты создаешь собственные воспоминания и толкования. Тебе приходится жить как автономное существо, познавать самому. Такая идея чужда для меня. В районе обнаружена значительная геотермальная активность. Остерегайтесь высокого давления и температуры.
Внимание! Пройдена отметка в 200 метров. Эффективность кислорода значительно снизилась. Внимание, кислорода осталось на 30 секунд. Кислород. Лаборатория выглядит так, будто ее разрушили намеренно. Для чего она служила? Думаю, для исследований бактерий. Оборудование для этого и служило, пока по лаборатории огненный смерч не прошелся. Думаешь, твоя сестра как-то связана с разрушением? Я не знаю, зачем ей это. Зацепок все больше, но картинка не складывается. Кому это было надо? Внимание, кислорода осталось на 30 секунд. Кислород. Внимание! Пройдена отметка в 200 метров. Эффективность кислорода значительно снизилась.
Надвигается опасная погода. Ищите укрытие. Внимание! Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. С помощью этой технологии я вновь могу найти отголоски своего народа. Они какое-то время выживали, а затем их след утих. Изучена новая технология.